Без запищи и без закаки. Отойди немножечко на полметра, чтобы тебя видно было в экране. Вот сейчас. Все ровно, он напись. Все ровно. Все ровно, да. Да, вот, все четенько. Как троллить, это если тебя, на тебя наезжают воспитатели в кином духе. Это меня, между прочим, такую штуку в клубе «Перспектива» показывали. Психологический такой этот прием. То есть, когда тебя там они в такой вот режим воспитутки включают, ты в ответ включаешь режим, это называется английский профессор. Задаешь вопросы, о, а это как? А это как? А это вот так или вот это? А вопрос, то есть, типа изображаешь немножко тупого американца, о, это круто, о, вы русские такие гениальные, можно я буду вас записывать? Да, да, есть, есть, круто, круто, рассказывайте, о, вы супер гениальные, вы гениальные люди, я буду все записывать в блокнот, мы это будем реализовывать, ваши идеи, типа, вау, круто, а это так или это, хорошо, да, да, я тупой, I am very stupid, я записываю, вот, ну, я, конечно, преувеличил, но примерно так. В общем, достала эту тетеньку. Ну, она типа тетенька, девушка такая, ну, как сказать, ну, юнее меня и явно младше, вот. У меня еще всякие непристойные мысли про нее в голову лезли.